В ЮНЕСКО считают важным направлением в Нагорный Карабах миссии по сбору фактов. Вот такая вот обнадеживающая и крайне радостная весть поступила нам из Парижа, где в рамках 42-й Генеральной конференции Организации состоялась встреча министра Мерзояна с главой ЮНЕСКО Одрязуле. Собеседники на перебои спускали тяжкие вздохи по поводу туманной судьбы армянских духовно-исторических памятников Арцаха то и дело взволнованно подчеркивая необходимость снарядить миссию ЮНЕСКО по сбору фактов для проведения на месте независимого мониторинга и картографирования памятников культуры. Как тут не испытать гордость за господина Мирзаяна, ревностно отстаивающего сохранность культурного наследия Арцаха, и не умиляться обеспокоенности душки мадам Азули, чуть ли не рыдающей от одного только упоминания о печальной судьбе арцахских храмов. Как не поверить ей, клятвенно уверяющий, что сотрудники ЮНЕСКО ночами не спят, а только лишь думают о снаряжении мониторинговой миссии для учета состояния армянских памятников. Думают аж с самого 2005 года, когда сокрушали последние хачкары в Джуге, потом удаляли кресты с армянского храма в Баку, вслед за тем бомбили Казанчицоц и впоследствии снимали с него купола под видом реставрации, а заодно пытались албанизировать до нынче рушат церкви и святыни уже во всем оккупированном Арцахе. Но не верить озабоченности Азули невозможно точно так же, как слезному сопереживанию ее предшественницы, тоже душке, мадам Боковой, которая хоть и на словах сильно родила за сохранность исторического армянского наследия в азербайджанской оккупации, но чисто ради приличия никак не могла отказаться от бескорыстных подарков своей близкой подруги Михрибан Ханум, вручаемых ей с напутствием послать к чертям собачьим идею мониторинга. Все эти годы ЮНЕСКО была постоянно и сильно озабочена и думала об отправке группы экспертов. Да только так до сих пор и не сподобилось послать. Но как бы ни была тяжела на подъем мониторинговая миссия, главное, руководство организации ночами не спит, думает о ней и считает важным ее отправку. Пусть даже эти бессонные ночи с раздумьями растянулись на десятилетия — мы народ терпеливый и вполне довольствующийся полученными обещаниями без всяких практических обязательств их выполнения. Главное, чтобы наше самомнение на одних лишь словах тешили признаниями о нашей древности и справедливости требований. Если же совсем серьезно, то вопрос направления миссии в Арцах действительно как минимум на ближайшее время задвинут глубоко на задворки интересов ЮНЕСКО, сообразно рекомендациям Михрибан Ханум. И снаряжена эта пресловутая миссия может быть лишь при одном условии, или, точнее, при нескольких условиях, которые непременно поставят перед ЮНЕСКО весьма щедрый на руку, точнее, на подкуп бакинский режим. Условия эти будут такими. Во-первых, исключить из документации ЮНЕСКО обозначение христианского наследия Арцаха как исконно армянского и вести в оборот выдуманную Албана-Удинскую версию их идентификации. Во-вторых, Квалифицировать снос памятников XX и XXI веков как борьбу с коммунистическим и националистическим наследием карабахских армян, поэтому оставить этот процесс вне рамок мониторинга. И в-третьих, на паритетной основе снарядить такую же миссию в Армению, где она должна будет мониторить состояние бесценных культурно-исторических памятников Западного Азербайджана, поставив тем самым знак равенства между наследием пришлых кочевников и автохтонного народа. И пока азербайджанские реставраторы будут болгаркой стирать знаменитую надпись армянского князя Хасана Джалала Долы со стены Ганзасарского храма, сотрудники миссии ЮНЕСКО параллельно будут картографировать и вносить в реестр утраченных и уничтоженных памятников азербайджанского цивилизационного наследия дом какого-нибудь Исмаила Киши в Канде, прославившегося, скажем, разведением породистых аравийских верблюдов в Иреване.